Перед началом видео напомню, поставь VPN и подпишись на канал Telegram и Яндекс.Дзен. Судьба Ютуба все еще туманна. Надеюсь, ты меня понял, а мы начинаем. Лед – это один из базовых стихийных элементов, которыми могут обладать растения. Его сила позволяет сильно замедлять передвижение зомби или даже полностью остановить. К тому же он позволяет тушить факелы таких зомби, как зомби-исследователь и зомби-поджигатель, что не позволяет им прожигать дыры в вашей обороне, а также динамитные шашки зомби-динамайков и зомби-суперфанатов, что также блокирует им возможность активировать свои способности. Ну а о самом эффекте стоит знать пару вещей. Во-первых, все зомби с локаций ледяных пещер имеют иммунитет к полной заморозке, однако их все еще можно замедлять. И второе, эффект заморозки и замедления снимаются любым огненным уроном. Более того, огненные атаки могут снова зажечь ранее потушенные предметы. Вас приветствуем, это топ 10 ледяных растений в Plants vs. Zombies 2. 10 место занимает капуста пропеллер. Капуста пропеллер — это растение одноразового применения, и после посадки оно почти сразу пропадает. Вызывает мощнейший поток ледяного ветра, который отталкивает всех зомби на своей дорожке обратно примерно на 5 плиток и накладывает на них эффект замедления. Как и ветродуй, он сдувает всех летающих зомби, но только с дорожки, на которую посажен. Ветер капуста пропеллера также может привести к тому, что два дуанчика на его линии могут сбросить свои бомбы и облысеют после этого на 10 секунд. При усилении сдерживающей мятой, ледяной ветер будет действовать 6 секунд, а продолжительность замедления увеличится до 16 секунд. Растение покупается за 100 кристаллов и высаживается за такое же количество солнц. И я могу с уверенностью сказать, что ни того, ни другого растения не стоит. Ну типа, он действует только на одну дорожку и даже никого не убивает. Тот же острый перец, который стоит немногим больше, тоже действует на всю линию, но вносит огромный урон. Поэтому капусту пропеллер лучше было бы сделать сюжетным растением на карте ледяных пещер, вместе с которой он и появился в игре, а также уменьшить его стоимость до 50 солнц. 9 место занимает морозный салат. Морозный салат — это третье растение, получаемое в Древнем Египте. Он замораживает первого зомби, который с ним соприкасается, после чего сразу исчезнет. Если эффект заморозки не прерывать, то он продлится 10 секунд. К слову, перезаряжается растение 20 секунд. А добиться баланса между длительностью эффекта и отката можно только на 7 уровне, до которого надо еще каким-то образом дойти. При получении удобрения морозный салат замораживает всех зомби на газоне на 10 секунд, причем после этого он не исчезнет, а останется на том же месте. Зомби, находящиеся в воздухе, эффектом не затрагиваются. При усилении зимней мяты длительность замораживания морозного салата увеличивается на 20 секунд. Кроме того, после оттаивания замороженные зомби будут замедлены на 30 секунд. Зона заморозки зомби увеличится до 3 на 3 плитки. Примечательно, что эти усиления не относятся к эффекту от приема удобрения. Морозный салат – это растение для новичков, так как его единственное тактическое применение – это тушить факел зомби-исследователя на начальных этапах игры. Я думаю, нет смысла объяснять, насколько бессмысленно тратить целый слот на остановку одного зомби, в то время как за 25 солнц картофельная мина может положить кучу. А георгены, во-первых, действуют немного дольше, во-вторых, работают на область, и в-третьих, ее эффект не снимается огненным уроном. Однако ульта у него наоборот более чем добротная, но в этом плане его выгодно использовать только под бустом, которого можно добиться в саду Дзен. 8 место занимает Бумсета. Бумсета сочетает в себе растение мгновенного использования и обычное растение. После посадки она наносит большой урон всем препятствиям на газоне, таким как осьминоги и надгробия, а также отбрасывает всех зомби на газоне назад, накладывая на них эффект замедления. Имеет убийственный эффект на карте Пиратские моря, так как сбрасывает всех зомби не только назад, но и в стороны досок, топя их в море. После первоначальной посадки она будет воздействовать только на препятствия и зомби на своей дорожке. А еще для каждого последующего удара ей потребуется довольно много времени. При получении удобрения бумсета вносит 10к урона препятствиям на газоне, отбрасывая всех зомби дальше, чем обычно, и замедляя на большее время. Кроме того, все зомби на газоне получают немного урона. При усилении зимней мятой бумсета будет наносить препятствиям на 10 тысяч урона больше, а при использовании удобрения на 30 тысяч. Откат сокращается до 18 секунд. Кроме того, дальность отбрасывания зомби увеличится до 120, при использовании удобрения до 175, а время замедления будет 11 секунд. Чувство, которое вызывает это растение, весьма противоречивое. Как бы да, оно откидывает зомби и убирает препятствия, и иногда это даже бывает полезно, но скорость атаки и наносимый урон, достижение которого ограничиваются снежными ласками, оставляют желать лучшего. Не, если бы она хотя бы откатывалась быстрее, чем за 30 секунд, я бы даже слова не сказал, но имеем, что имеем. 7 место занимает зимняя мята. Зимняя мята — это усиливающее растение. При посадке она замораживает всех зомби на газоне на 10 секунд, но, к сожалению, даже на высшем уровне она только накладывает замедление. Также усиливает растение своего семейства, благодаря чему любое атакующее растение превращается в орудие смерти. Как и другие усиливающие мяты, она не может быть скопирована имитатором или повреждена каким-либо зомби. На первом уровне растения через 10 секунд после посадки она исчезнет, и эффект усиления закончится. До своего места растение дотянулось исключительно усиливающими свойствами, потому что заморозка, которую она вызывает, замедляющая,
а не стопорящее. Поэтому лучшее, для чего ее можно применить, это тушение пламени. Однако в ее семействе предостаточно растений со сплэш-уроном, которые, нанюхавшись мяты, разваливают целые армии. Шестое место занимает ледяное цветение. Ледяное цветение – это растение мгновенного использования. Работает точно так же, как ледогриб из первой части. При посадке замораживает всех зомби на газоне на 5 секунд и наносит им по 50 урона. Вдобавок, после заморозки зомби будут замедлены на 6 секунд. Ледяное цветение проявляет более сильный эффект в области 3x3 плитки вокруг места посадки. Само по себе растение не наносит большого урона. Однако любой зомби, убитый этим растением, будет заморожен, создавая ледяной блок, который станет полноценным препятствием. Только на этот раз для самих зомби. И на первом уровне растения эти препятствия будут иметь 200 единиц прочности. При усилении зимней мяты эффект заморозки будет увеличен до 12 секунд, эффект замедления до 14 секунд, а ледяные блоки будут иметь 500 хп. В зоне 3x3 плитки заморозка будет длиться 14 секунд, замедление 22 секунды, а ледяные блоки будут иметь уже 700 хп. Ледяное цветение – это отличное растение поддержки, которое позволит выиграть вам время в критической ситуации, а также избавиться от мелких вредителей. Стоит 200 солнц, откат 25 секунд. Я бы не сказал, что это прям очень мало или много, но как по мне, своих солнышек оно стоит. Пятое место занимает снежный горох. Снежный горох стреляет по зомби замороженным горошком, который замедляет движение и скорость атаки на 50% всех, кто находился на одной плитке с целью. Эффект будет длиться 10 секунд, а время обновляться с каждым выстрелом. Урон идентичен обычному горошку и будет наноситься только по одной цели в размере 20 единиц. Спустя довольно много лет после выхода игры ему наконец-то дали хоть какую-то причину находиться в числе донатных растений. Ведь теперь он имеет шанс выстрелить ледышкой, которая полностью замораживает всех зомби на плитке на 8 секунд с шансом 5%, который растет вместе с уровнем. Если горошек будет пролетать над горячим пнем, то он растопится и превратится в обычный горошек, который утратит эффект наложения замедления. Поэтому ставить их в одну команду не рекомендуется. При получении удобрения снежный горох создает полосу льда на дорожке перед собой, следуя примеру лед машины с первой части, и затем выстреливает 60 горошинами с тем же уроном. Через 3,5 секунды эффект прекращается, и ледяной след исчезает. При усилении зимней мяты снежный горох будет наносить дополнительно 120 урона при обычной атаке и дополнительно 30 урона каждым снарядом при помощи удобрения. При этом шанс заморозки зомби при попадании увеличивается до 30%. Основные характеристики данного растения также хорошо сбалансированы. 150 солнц на 5 секунд отката. Четвертое место занимает ракетный снежноягодник. Ракетный снежноягодник действует как банановая установка. Нужно выбрать ее путем нажатия и потом выбрать место, куда запустить снаряд. На первом уровне наносит 1200 единиц урона на плитке, куда попал снаряд. В качестве дополнительного эффекта она может замедлять зомби в зоне 3x3 плитки, а на более высоких уровнях замораживать на несколько секунд. Само растение также невосприимчиво к эффектам заморозки. После выстрела ей требуется 20 секунд восстановления, прежде чем она снова сможет стрелять. По непонятным мне причинам, ее нельзя посадить на вагонетки Дикого Запада. При получении удобрения ракетный снежноягодник запускает 4 снаряда по случайным целям на газоне. При усилении зимней мятой ракетный снежноягодник будет наносить дополнительно 2000 урона за ракету. Сами ракеты уже гарантированно будут замораживать зомби, попавших в радиус поражения на 7 секунд. Длительность замедления увеличится до 30 секунд, а откат снаряда до 12. Ракетный снежноягодник – это растение контроля, задача которого выцеливать наиболее опасных зомби, которых следует убить в первую очередь. Поэтому я не понимаю людей, которые жалуются на механику наведения. К тому же таких для комфортной игры хватит несколько штук, поэтому цена в 500 солнышек для них вполне оправдана. Третье место занимают ледяные колючки. Ледяные колючки – это морозный аналог обычных колючек. Они также низкорасположенные, что не позволяет зомби их грызть. Исключение составляют Гаргантюа и Юрский камнедробитель, которые вбивают их в землю одним фатальным ударом, а также зомби-землекоп, который бесцеремонно их выкапывает. Не могут нанести вред летающим зомби. Зомби получает 15 урона примерно каждые полсекунды, хотя в игре написано, что 10. Также на зомби при нанесении урона накладывается эффект замедления на 1 секунду, время которого обновляется с каждым ударом. Как и обычные колючки, они могут мгновенно сломать бочку зомби с бочкой и убить зомби-пианиста, к сожалению, ценой своей жизни. Ледяные колючки также невосприимчивы к эффектам заморозки, что позволит спокойно использовать их на карте ледяные пещеры. При получении удобрения, ледяные колючки, используя ярость палача, выпускают лезвие циркулярной пилы вперед по дорожке. Лезвие по мере продвижения цепляет всех зомби и отталкивает их на 9 плиток назад, чем-то похоже на использование капусты пропеллера. Также на них накладывается эффект заморозки на 4 секунды и наносится урон в размере 190 единиц, что для ульты не очень-то и много. Вдобавок к этому, они усиливаются до уровня каменных колючек. Урон увеличивается вдвое, а хп втрое. Причем эффект не спадает до конца уровня. При усилении зимней мятой, ледяные колючки будут наносить на 55 урона больше, а если они до этого были удобрены, то на 110. Пила при удобрении будет наносить дополнительно 1300 урона. Данное растение это некий компромисс между дешевыми, но слабыми обычными колючками за 100 солнц и сильными, но дорогими каменными за 250, что делает их сильнее и лучше обоих, причем за приемлемую цену в 150 солнц. Так сами по себе они очень мощны в обороне из-за умения замедлять зомби, а ультающий позволяет их усилить до уровня каменных, когда это нужно.
Второе место занимает зимний арбуз. Зимний арбуз атакует замороженными арбузами, урон от которых такой же, как и от обычных арбузов, 80 и 40. Как большинство растений, он стреляет только по тем зомби, которые находятся на его дорожке, однако эффект замедления, как и урон, накладывается на всех зомби, находящихся в зоне 3x3 плитки, уменьшая скорость передвижения и атаки на 50%. При получении удобрения, зимний арбуз запустит гигантскими замороженными арбузами по всем зомби и препятствиям на газоне. Каждый арбуз нанесет 200 прямого урона и еще 20 урона осколками каждому врагу в области 3x3 плитки. Эффект замедления также будет применен каждому зомби, попавшему под удар. Если на газоне нет целей, то каждый арбуз летит на рандомную плитку. При усилении зимней мятой, зимний арбуз будет наносить дополнительно 160 прямого урона и 80 урона осколками. Продолжительность замедления будет увеличена на 15 секунд. При использовании удобрения, прямой урон будет увеличен на 425 единиц. Однако урон от осколков при приеме удобрения увеличен не будет. Зимний арбузик — это, пожалуй, самое имбовое растение, которое только может поместиться на одной клетке. Посуди сам, это идеальное оружие в Древнем Египте против зомби с факелами, на Диком Западе против зомби-динамайков, да и просто против любых зомби. Из-за его области поражения вам хватит всего двух штук, чтобы накрывать заморозкой все 5 рядов. Зная это, цена в 500 солнышек уже не кажется такой большой, тем более на фоне ценовой политики второй части. Первое место занимает Холодный Драконолист. Холодный Драконолист — это ледяная версия Драконолиста, способная распылять ледяной туман в зоне 3 на 2 плитки перед собой, нанося идентичный урон в 30 единиц. Но его главное преимущество перед огненной версией — это возможность замедлять пораженных врагов, вдвое снижая их скорость, что особенно полезно для растений средней дистанции. И спустя многие годы ему наконец-то дали сопротивляемость холоду, как любому уважающему себя ледяному растению. При получении удобрения он выпускает мощный ледяной удар в зоне 3 на 3 перед собой, подобно огненному драконолисту. Ледяной удар немного слабее и способен нанести только 1200 урона, в то время как огненный наносит 1800. Однако это компенсируется заморозкой выживших зомби на 10 секунд. Так как зомби из ледниковых пещер устойчивы к заморозке, ульта против них будет не очень эффективна. При усилении зимней мятой урон холодного драконолиста будет увеличен на 90 единиц, а урон от применения удобрения увеличится на 2000. Ледяной драконолист — это однозначно одно из мощнейших растений в игре, так как за скромную стоимость в 150 солнц мы получаем растение с большой областью поражения, неплохим уроном, эффектом ледяного замедления, польза которого просто неоценима, и мощная ульта на случай форс-мажоров. Единственная вещь, которая у меня вызывала сомнения, это его весьма обоснованная донатность, но судя по комментариям, среди моих зрителей это мало кого беспокоит. Вот такой вот топ у нас получился. Пиши, что думаешь об этом в комментариях, подписывайся на канал в Telegram Яндекс.Дзен, ставь лайк, если тебе понравилось видео. Всем удачи, пока-пока!